Ой, да не надо, забей. Ладно. Я вообще серьезно, скажите, какими скиллами бить, кроме гнева? Ну, в принципе, ладно, окей, пускай два ханта стоят на ренже, типа, ты стой, бей босс. Стерю будешь закидывать. Даю проверку. Суманите. Кто на боссе? На боссе ты. Дайте бафы. Там в знак Лидари забери, с моба. Еще раз даю проверочку. Дайте кулак под ДК лапу. Дайте лап. Пристально. Ретрик здесь, готов. Толдером. Дайте лапу. Лапу дайте. Все, все готовы. Подойдите все сюда. Что-то сегодня с паладинами не то, да? Сапроты выпейте все. Кто сдохнет без сапрота 500? Сожди сапрот. Так, ладно, все, все здесь. Дайте лапу, пожалуйста, по ДК. Блять, давай, давай. Лапу уже. Никто ничего не давал. Есть 10 раз уже, блядь, бафнул сам лапу. Ты просто не видит человек. Аудин, тебе все есть. Ай, блядь, не лапу, я оговорился, сука, кулак, ебаный в рот. Вот, все есть. Все, все готовы по готовности, блядь. Побежали все. На паладина. Стали во фрейм босса, никто не бьет, пока дать поставить. Иди, иди, иди дальше. Нет. Все, поехали, может. С петами аккуратно. Рони убила. Где просил, блядь? Снимите тут Рони. Станьте во фрейм. Тариф. Тьме, подними просто. Ну вот дамагеров на пулю тебя покоишь. Ну там правее лежит. Сразу прохил и бафнул ему дайте. Выбирайся на позицию. Просто через него бы перебегал, он бы туда сюда дергался и все.
номера по ДЦ закиньте есть. Начните с МТ и бафы дайте. Да пока я в него влил. Все правильно. Смотри, что за угроз. РДД зону обсорбил, прежде чего. Или как-то стойку пустой. Локи тоже бафы дается. ДЦ маны нет. Дайте, не кончу, дай ему. По персику сами. Генерал, ты серьезно, блядь? Как быть может тут сдохнуть? Я вроде по игру еще нормально держался, я смотрел за этим. Вот я вижу. Я тоже. Магом, блядь, он тут сдохнет. Так я и говорю, я сижу, смотрю, жду, выжидаю момента. Ты я вроде... не масса такой не вижу. Я через инвиз хотел фул сбросить. Поезд у каста. Резли на распор. Подохли, дам палку обновили. Я расколы вешаю, поэтому вопрос пока. Давайте. Можете все будут дропнуть, ничего страшного. Дэй, там ты как-то собирается паладинский ап? Что за хуйня? Ну, блядь, медведя грабал. И так нормально. Ну не знаю, с учетом того, что эрпалы начали красную джаму кидать, блядь, как-то все. Ну да, его, блядь. Он, короче, он начал синюю кидать. 800 агранский. Так-то у танка красная джага на некоторых боссов, там дебаф работает. Почему я сразу в мишку спекаю? Вот именно то, что дебаф-то работает, как все так и занижается, и из-за этого стаков нет. Нет, у ретриков-то не действует, она не замедляет скорость стака у ретриков.
Там скорость передвижения замедляется. Нет, у танка именно в талантах есть, которые замедляют скорость атаки. Так потому что половина боссов не работает. Должны больше половины. Там бать. Озноб же висит от ДК. Ну да, на каких работает, всегда есть озноб от фос ДК. Если надо успеть забрать, то не бежать. Кто давит? Чё, хилы есть? Тут можете этот первый пак забить. Сейчас конвой зайдёт. Конвой. Давай. Да, падают. Ники тоже забрал что. Все, забирайте этих. Только аккуратно. Одного только. Там ушли, обратно бегите. Ну, не все, что мы, по-моему, Никитос. Никитос, по-моему, не бывает. Чарка на парирование на пути стоит столько в хиджабе. Ой, это Артемир будет танчить у нас в следующий обоз. Быстрее убивать. Следующий патрон. Кто там Т5 взял? Лок. Лок и этот. Ред. Это кусок. Первое. У Лока остался один кусок до фула. А Паулу хуй знает. Какой ему остался? Лок, что тебе осталось? Тело. Либо тело, либо башка. Ну, сейчас тут тело никому не. Так что заберет. Если упадет. Не, ну он молодец, я ему что-то до праздников говорил активировать, он активировал. Пацан, ну, не жалко ему давать, по крайней мере, чтобы в банке курилось. Там диспел. О, как хорошо мне сейчас голову за диспел ковырять не буду. Адмирал, где диспел? А я на мае. Ну, кто тебя избавлял от ответственности диспелить? Думаешь, не может этот бог? Ой, ну зад. Он меня избавил.
Отсутствие диспела не освобождает от ответственности. Правильно, адмирал диспел. Как он диспелит с моба? Нифига себе, зубы начали работать на этом. Да, давайте я стану с мобов по диспелю. Еще ДЦ какой-то скилловый, он, короче, герой кидает иногда звук. Блять, прям завидно. Да, ничего, у нас такого ДЦ нет. У нас тоже. Не, почему? Был один, только ему говорить надо было. Не знаю, я не помню ни одного ДЦ, который зубы кидал на танка. Так тут типа сам на трэше и еще в каст. Правильно. Сейчас перехвалить его. Эмбрил Холик. А чё это перехваливать? Так лучше, чем некто. Кто убил? Тут уж скорее адмирал покидает гильдию. Боишь? Я про то же подумал. Да, вон у нас холипал, который не плюсует. Целите иннер, Костик. Иннеры. Не, он все равно начинает играть холик. А холика нет зубов. Два пояса. Я не слышал, что ты сказал. Там два боя было. А, два. Кольчужная и тканевая. У Холя крест ангела, что в принципе тоже неплохо. Я вообще видел его пятого. Иногда даже лучше. Я про ангела, который он на тебя кидает. Он позволяет один. Вот, давай сразу дергать патруль. Старый, ты не пробовал все-таки без лутмастера поднимать? Чего не пробовал? Через без лутмастера поднимать шмот. А он не дает. А, ладно, забей. Короче, смотри, старый, как делаешь. Добычу нажимаешь, добычу меняешь на групповую и обратно ставишь на ответственного. И когда тебе табличка выскочит, нажми нет. Патруль. Обязательно на групповую ставить просто. Опять же нажимаешь на добычу ответственности. Да ладно, я уже натренировался, Юрти. Да, табличка все еще появляется по центру. Просто неудобно, я знаю. Табличка. Там сейчас наверху не садрится. Строже. Стан. Может, заберем их уже? Да, сейчас этих добьем. Сейчас ты раз загрузил. Раз буст есть. Давайте фа. Теперь пианист спросит, кто его убил. Правильно, пианист. ГП всем, из-за кого пианист умер. ГП пианисту. Вот этим трем мобам ГП. Да я все прекрасно вижу. Это был социальный эксперимент. Спасибо.
сделал там молотками. Вот этот красный тотем, он сам исчезнет. Женьку нужно заново призвать, по идее. Подождите, не агрите, там три хила лежат. Да тут весь рейд лежит. И иннер только один в КД. Стадик так и не поставил аддон, да, на отслеживание? Чё его ставить-то? Это же обычный ДБР. Вот который адмирал скидывал, он всё анонсит. Фиг он нужен, он анонсит на БГ всё. Ну, в смысле, у меня он, например, отслеживает все проки. Вот абсолютно почти всех. Я знаю, что у старика еще 3 минуты КД Кьеры. 4 написано. Это не аддон. Он округляет. Ну, через 6 секунд у тебя будет 3 минуты КД. Ху ты за моей Герой следишь. Ну, кто дал, например? Не палит, кто дал, да? Да. Вообще, ты за собой смотри. За собой неинтересно, ты же понимаешь. Здесь же у нас звезда. Он не только там, он там все прокятся. Я понял, я есть и бусь. Бля, а кто так трэш откидывает? Сова. Кто во всем виноват? Сова. Покажите мне эту сову, сейчас я ее быстренько. У него ник и мазафакер. Кстати, не угадали. Ну нет, нет, нет. Да я это понял сегодня. Сова. Это сова грозу простые. Кто дофига всего падает в страхе? Странно, жужжина вроде нету. А жужжин, по-моему, в начале рейда. Жужжин, по-моему, вчера вечером был. ГП лутал. Кстати говоря, а что будет вечером сегодня? Посмотрим. Пианист, поскольку продавать Т5 на ханта? Сколько хочешь. За 5000 продать? Ход за 100. А за 5? О, воронка. За 5 я быстрее потом своим зайду, заберу. Лёх, продам твоему ханту за 5. Давно бы уже забрал. Ты с кем не обещал на Лока активировать профессора, так не активировал. Успокойся, мы уже давно его убили. Этого Лока даже Брюль уже упал за это время. Ужас. Ты зачем делаешь Лёхе больно? Понимаю. Я могу еще важнее сделать. Кстати, Лёха, ты чё, прокрутил, нет? Свои 800 монеток. Не крутил. Пока поставки идут, не хочу крутить. Чё, до 1000 докупишь? Компромантивное видео. Ты сколько копил? 800? Конечно, ходит, блядь. У меня ни одного брюля, говорит. 800 монеток. Конечно, не будет брюля. Да ему максимум один упадет. Наверное. Будем все гильдии орать, если упадет 0. А если там 20? Да не, кажется, за 800 хоть один, но упадет, это 100%. Не 100%. Не 100%. Минимум. Да, если я все равно по 6000, я нихуя не упаду. Я тебе говорю, чек. Не знаю, на совет 3, и мне достаточно. Так монетка, это считаю, умножаю на 3. И у меня на паладине 3-0. Минуту. У меня на паладине 7-0, честно, очень сильно. Все.
Ставлю рыбу. Вместе с Артемией. Вы на трэше вдвоем. И этот... Ставить лучше. Да, можешь спекнуть. ДД. Белодон поконтролишь, короче. Я готов. Если вдруг что, Войд, подойдешь, поможешь Белодону оттянуть моба. Угу. Даю проверку. Адмирал. Становитесь на позицию. Еще секунду. Я лучик затестю во фросте. Адмирал, вот... Да, я тут. Все, все здесь. Поехали. Зеру. Это ударом, у тебя что на неистовство не включено? Включено. Это ударом, ты тут? Куда? На дальнюю. За мишку. Да, да, туда. Правильно, неистовство. Удали из бафов. У вас. Пусты не забываем сбивать. Раз. Дичь. Стойте на месте. У вас. Жреца. Чужие жреца от пива не забиваем. ПДЦ и надо, да? Лёха, ты говоришь, я сажусь. Все, хватит. Вместе стоим.
У вас лагаю, я выбежу? Да, вижу. Крестик выбить. Паст. Чинил. А, нет, все нормально. Приставим. Раз. What?
побейте звездочетом. Зачем это заливаете? Или креста добивайте. Сдайте креста, потом звездочетом. Я добиваю. Второе КД уже, да, или третье? По КД, ну. Нормально, талисман падает. У нас тоже вчера упал. Аккуратно нобов вытягивайте сюда на. Старый, а я это тоже не могу на спек забрать. А что, тридня, кроме лока, никто не ролил? Никто не ролил. Он на мейн единственный. Ну, отдали это пока тоже не... нов. Баб, еще одна сова. Забей. Вытягивайте по одному. Лёш, перед кильтасом будет перекур? Да. Стан. Импа, заберите локи. Ну ладно. А шаманы тоже могут магию испалить? С игроков именно. Найс. Много мобов. Магию нет.
Дефу парей идут, дайте. Старый, ты тут? Да. Отойдите, отойдите. Не, какой на чистый. Берите мобу. Просто ну, один... не вижу. За пояс. Так, Лёх, сейчас я подойду, я Дискорд отключусь на минуту. Ну, это начислил, сейчас посмотрю. Вроде через ГП тебе отдавал. Ловушку ханты разлейте, блять, катите. Что вы, блять, как деградан? Не, не прошло. Сколько там на поясе? Танка Хильти Бруно. 583. А, диван кидать? Да, кидай. Кто загрел весь остальной трэш? Стрим пересмотреть. Чисто в два раза больше. Там кто-то первый тоже загрел, он весь. Кто остальной трэш за? Нет ответа. Нет ответа, значит танк. Начислишь танком по 250. Сам может откинулся сам трэш. Угу. Снимай диван, поднимай. А я в бою все равно. Хуй знает, что не проходит. Тотем. Хант один живой. Может имп какой-то загрел или еще что-то. Он на предыдущем траве луку кричал. Ты вроде дед будет. Бля, мне, наверное, тоже сдохнуть надо, да? Чтоб боя потом не было ни у кого. Никитсу надо сдохнуть. Если у тебя диван, у тебя не может быть на тебе. Да я вышел с дивана. Я сейчас просто никакие скиллы не юзаю. Тотем это поставь, убери. Не надо. Я ничего не юзаю, просто на месте стою. Вот и стой, сейчас пропадет. Он говорит, что Тернартом ты... притворился или что? Никитос, выйди из инста, не выходит симуляция смерти. Пета, зови и притворись. Всем троим танкам? Да. Всем троим. Там же их двое было. Так, я говорю аккуратно. Ты моб. Вставайте. Да за что? Танком за ошибку. А тем, у кого ты толстый. Центурион бежит, смотрите. Лёха, Драгон же был в ретрике. Да. А чё он был в ретрике? Хуй знает. Не успел спрятать, но страж пошли. Ему ещё 250 мм. Дайте джипса, пожалуйста. Ставлю рыбу. Че, никто не стримит, что ли? Блять, меня этот трэш уже заебал, я, блять, который раз ловлю ГП. Да, здесь трэш такой. Блин, так трэш. Сложно, ебал, здесь трэш.
блядь, я-то на танке лутаю уже который раз получил. Тут непонятно, видишь, чья вина, поэтому вы получили. Да ладно, я вон на ту неделю получила ГП за хил. Угу. Потому что мобов-то спулили танки. Да, пианист? Там не просил был. Тут тоже. А тут тоже явно, не просил. А тут явно видно, что сайли туда трэш. Да, но кто сказал, что и на танке? Патруль агрить, а сайли еще два пака мобов. Да. А там три мага. Три мага это, блядь. А тут три центуриона. Какая разница? Хорошо. Смотри, там три моба, тут тоже три моба надо агрить. Если вот эти три моба не прохилили, я бы сказал, окей, хилы виноват. А тут, блядь, танков шотают. Хотя там танков даже не шотают, проверка на присутствие. Женек что-то. Просто пружинки кончились. И третий танк бы не помешал в этой ситуации. Саму самонить надо. Все, поехали. Трэш. Аккуратно, Агля. Можете агрить по три моба, агрить по одно. Все, и вот зачем? Сейчас еще одну боешку поднимут, и я опять умру. Боя нет. Так, проверю штуку одну. О.
Ты нашел ДБМ Брик? Ага. Супер. Можем уйти. Сколько ты играешь, Вов? Не буду говорить. 20 лет, да? Стыдно. А в Фениксе можно поставить просто таймер. Если у тебя, конечно, можно курить, да? Нет, еще-то. Ладно, чё ты позоришь меня? Ну, не пользовался этими штуками. А Феникс у тебя есть? А чё? Перерыв. Поставь. Я вам, да. Перерыв будет после трэша. Нет, ну просто старик дезинформирует, получается. Он же сказал проверить одну штуку. Да, вот это, конечно, танк. В три танка тащить. Кошерно. Да я просто смотрю по одному могу. Ну, блядь, тебе же вдвоём же не могут танк. Они же, блядь, сделали вайфрак. Значит, проблема какая. О, блин. Саша, спирись в четвёртого танка. Зато не вернется. На Келя будут замены. Чтоб полегче убить. Ряжно. Ну давай перекор на 5. Ай, старик, ай, красавчик.